Приветствую всех, с вами канал Dota 2 и я Финаргот. Вот и настал тот момент, когда мы выложили в общий доступ озвучку для Бейна. Причем кроме того, что вы можете ее скачать, вы также можете проголосовать за нее в воркшопе в Dota 2 по ссылке, представленной в аннотации и в описании. Ну что ж, перейдем к установке данной озвучки. Первое. Скачиваем архив с сайта. Второе. Разархивируем архив. Третье. Копируем папку Dota в steam/steam-apps/common. И там папочка Dota 2 Beta, туда помещаем нашу папочку Dota. И соглашаемся на замену, если просят. Далее открываем Steam. Правой кнопкой кликаем по Dota 2 в библиотеке. Нажимаем «Свойства». Далее кликаете на «Установить параметры запуска» и вписываете -override, нижнее подчеркивание, «VPK». Если уже что-то было вписано, пишите это через пробел. Вот и все. Заходите в Dota 2, и у вас озвучка Бейна. Блин, да! Если вы хотите убрать озвучку, то просто из параметров запуска убирайте override VPK, либо и с папки Dota удаляйте добавленные папки. Они находятся в папке VO Scripts и Sound VO. Скоро мы выложим озвучку на гирокоптера, дестро и так далее, нужно лишь немного подождать. Все стримы, связанные с русским дубляжом и нашим проектом, мы теперь проводим на Твиче. Так что подписывайтесь на twitch.tv/dota2vo. Всем спасибо за внимание.